Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Со света до глубокой ночи. Всем привет, друзья, с вами я, Лёва. И сегодня я сделал программу по домашнему заданию. И она состоит, и она по типу вкладки логика. Сейчас все вам я расскажу. Только сначала запущу мир. Сейчас оно загрузится. Обратите внимание, вот какая красивая картинка. Мародеры, жители, агент, вызыватели. Какие прикольные домики. Итак, я зашел. Давайте же испытывать свою программу. Сейчас только выйду из выживания. Это мы просто делали машину выживания. Итак, давайте же начнем. Если что, сразу говорю, у меня нет обновленный Майнкрафт. Но. Но с этим. Короче, вы все поняли. Итак. Запустим уже программу. Сейчас код билдер зайдем. И найдем вот эту вкладку. Вот. Вот эта вот программа называется IT. Вы, наверное, уже догадались, что это такое. Кто не понял и плохо разбирается в английском языке. Перевод. Это будет еда. Вот сама вся программа. Я пишу тут все на английском, только из-за того, что ничего не будет писать Code Builder. Только на английском он пишет. Поэтому вот так. Эта программа была на это нахождение алмазов агентом. Но он на это. Она, точнее, не работала у меня. Это я делал программу, чтобы он был шахтером. А это, чтобы он добывал дерево. Это я менял погоду и из от ночи в день. Это мы. Все эти две программы принадлежат для клетки. Вот эта программа 4.2 для клетки, а вот это для животных, которые там будут. Поехали смотреть нашу программу. Она называется IT. Извините, что повторяюсь. Начнем же. Она на логику. Итак, если я напишу чате IT 9. Ну, 9, если что, это часы. То есть 9 часов. Мне будет тут писаться. Ой, пишется уже. Год. Готти, Кук, Диня. То есть, с перевода это предложение написалось, что мне надо готовить завтрак в 9 часов. Я посмотрю программу, чтобы это изменить погоду. Это 5. Сейчас посмотрите, как она работает. 5. Вот. Дождь закончился и день стал. Итак, перейдем к следующему. Следующее, что нам тут надо написать. Это, например,
15. Давайте напишем. И нам пишется. Need to cook обед. То есть мне надо готовить обед. Итак, теперь давайте напишем следующее. Нам надо написать, ну, если больше 15, то нам напишется, что готца кук динер. Допустим, 18. Пить 18. И нам будет писаться. Got to cook dinner. Посмотрите, как быстро пишет dinner. Эх, что мешает это дерево? Не мешает, ты мешаешь. Dinner. Ну, там напишется, короче... Да, dinner. Вот такая вот программа. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока. Сегодня поиграю я в Майнкрафт со света до глубокой ночи.